Это масло и крем из серии «Сауна, баня, массаж» от белорусской косметики Vitex. Друзья, всем привет! Меня зовут Николай Андреев, я массажист и автор всех видеороликов нашего YouTube-канала. В последнее время под видео в комментариях часто вижу ваши вопросы о том, по какому маслу я работаю, какую косметику использую и так далее. И чтобы ответить на эти вопросы, я решил сделать такой небольшой видеоролик и рассказать вам о косметике, по которой я работаю. Сразу хочу сказать, это ни в коем случае не реклама, это просто моя личная рекомендация. Для оздоровительного массажа я использую универсальное крем-масло. Оно вот в таком удобном тюбике, 100 мл, не проливается, не брызгает, дает хорошее скольжение, гипоаллергенно, и у него достаточно небольшой расход. Не самое лучшее из того, что я пробовал, но цена-качество соответствует. А для антицеллюлитного массажа я использую крем антицеллюлитный из той же серии, что и масло. Крем содержит экстракт красного перца, хорошо разогревает кожу и тем самым усиливает эффект от массажа. Из-за нагрева расширяются сосуды, усиливается микроциркуляция и лимфодренаж, собственно, что и требуется достичь во время антицеллюлитного массажа. Также его можно использовать как однокомпонентное обертывание. Сделали массаж, нанесли крем, приклеили пленку пищевую. И пока вы работаете с соседней зоной, крем греет, эффект от массажа пролонгируется. Или пролонгирует, как правильно, не знаю. И еще одной особенностью антицеллюлитного крема является то, что он более сухой и дает хорошее сцепление. Это удобно, когда работаешь на коже и подкожно-жировой, руки меньше скользят и меньше устают. Купить данную косметику, я думаю, можно в любом интернет-магазине или на Авито. Цены говорить не буду, но скажу, что они небольшие. И каждый массажист сможет себе позволить попробовать эту косметику. Надеюсь, в этом ролике мне удалось кратенько рассказать о том, какими маслами и кремами я работаю. Надеюсь, видео было для вас полезным. Напишите комментарий, можете поставить лайк. И увидимся в следующих видео. Пока-пока!